Всем привет, с вами Пиздец. Little Hope, часть вторая. Я опять дождался полуночи, выключил свет и пытаюсь поиграть в этот ужастик. Так, а что мне здесь надо сделать, что-то я не понимаю. А, блин, мышкой нельзя. А, мышкой можно. Можно мышкой вертеть. Че такой серьезный-то? С ней можно поговорить? О. Так, не. Че-то там сидит. Короче, он там с какого-то хрена закрылся. Ну, как они говорят. Так. Чё, как тебе ужастик-то? Как тебе игрулька? Напиши в комментах. Понравилось, нет? Мне доставляет. Ну, по крайней мере, интересно. Блин, реально кино проходишь. Прикольно. Так, я так понимаю, что пойду в этот туман и приду с другой стороны туда же. С этим туманом явно что-то не так. Будь рядом. Да, с этим туманом явно что-то не так. Кто сказал, будь рядом? Подожди. Я шел в другую сторону, по-моему. Так. Олени и вороны. Ворон, наверное, должен был меня напугать. Дурное предчувствие. Дурное предчувствие. То, как возник этот туман, он странный. Ну, если в реальной жизни ты пойдешь в туман и вернешься на то место, откуда ты вышел в этот туман, то, я думаю, крышняк поедет быстро. Так, чё встали-то? Так, наверное, надо сюда подойти. Или нет? Как всё тут запутано? Блин, козлы, блин. Примитивно, но действенно. Я испугался какого-то бомжа. Так, подожди, она сгорела. У меня аж мурашки пошли. Эй, можешь подойти? Что там? Что там, что там? Сгоревшая девочка. Я никого не вижу. Я точно кого-то видел. Я точно кого-то видел. Пойдем в лес, не верю. Старушка. Ну кому придет в голову тащиться сюда посреди ночи? Ладно. Нам нужно догнать остальных. Пока идет туннельное прохождение, по ходу дела. Ёб твою мить. Это что за херня была? Что за черт? Где черт? Ты слышала? Валите, придурки! Что это такое? Что, что? Пойдем посмотрим. Супер, отлично. Мы в ужасе. Кто здесь? Кто бы там ни был, это совсем не смешно. Джон, сейчас где такая... вы? Дэниел, Тейлор. Фигня вылезет. Джон, где вы там? Это не смешно! Я здесь. Нет? Я думал, скример будет. Особенно... Что-то там обновилась самоуверенность.
Так, нам надо... Подожди. Давай там посмотрим все. Так, туда нельзя. Блин. А чё там за фигня стояла? Нам показали какого-то Эй, монстра. Подождите! Ну, ты беги, и все будет хорошо. Так, пока мы идем по этому шоссе в тумане, рассказывай, как у тебя дела. Камера иногда странная какая-то. Ну, то есть там ракурсы прикольные, но не всегда, по-моему, уместные. Там было 50 миль... 50 миль. Зашибись, мы ходим по кругу. Давай, бреди быстрей. Телефонов я бы не стал светить. Это что? Что это? Что? Давай посмотрим, вон там что-то сверкает. Эй! Эй! Посмотри сюда. Куколка, которая сгорела, что которая подожгла такое? Этот дом. Тот не дом. Знаю. Слушай, она с булавкой, это кукла Вуду. Йоу. Какая симпатичная. А кому-то воткнут в ключицу что-то, видимо, я так понимаю. Опа. Как твое имя, сударь? Мое имя, сударыня, я не помню. Я Эндрю. С призраками надо быть Эндрю? Вежливым. А твое имя, госпожа? Ты кто такая? Сударь, Почему госпожа? Ты так одета? Из какого ты века? Меня называют Мэри. Я сама ее смастерила. Ну да, симпатичная. Она как та, что подле вас. Подле. Соизвольте поиграть со мной. Поиграть. Костер прыгай. Поиграйте что со мной. За ведьмовские проделки, Мэри? Я ничего не сделала. Умолкни. Я вижу твою истинную суть. Преподобный Гарвер не станет радоваться. У Ленинграда тебя, была хорошая песня. С дьяволом. Называется суть. Ой, ну и суть. Эми, вороти! Слушай, а как она видит вообще что-то в этом капюшоне? Здесь были еще люди у костра. Что? Я не вижу костра. Я тоже видел. Вы в порядке? Нет, они наркоманы просто. Здесь все не так. Что бы ни случилось... Это в прошлом. Ой, вы не понимаете, тронул. Вас с нами не было. Да, не понимаю, не что именно там произошло. Так, давай рассказывать. Девочка. Мы говорили. Может, вам это привиделось в тумане? Мы все на пределе. На пределе? Как же? Я видела танцующую девчонку ясно как днем. Сказала, ее зовут Мэри. Она выглядела как девочка из моего сна. Но говорила со странным акцентом. Какой да это не был? Акцентом, словами знаю, странными. Я сама не смогла разобрать. Во что это мы тут вляпались? Это Мэри... Она пыталась напасть? Нет. Вряд ли она этого хотела. Ну и? Так, похоже, мы совершили какое-то действие. Вы шутите. Есть идея получше? То-то же. Сейчас от принятых решений уже изменяется концовка реальной игры, по ходу дела. Сударь, сударыня. Древнерусский слог. Эксужет
Че, в Assassin's Creed играет кто? Новый. Все, что мы делаем и чего не делаем в жизни, рано или поздно ведет к последствиям. Так. Согласны? Ну, как тебе сказать? Не смотрите так. Я не могу помочь. Помните? Иногда мы радуемся, очнувшись после мужик, у тебя бокал пуст. Сна. Возможно, после смерти то же самое. В своих странствиях за долгие годы я многого навидался. Узнал о многих верованиях. И обычно в каждом есть крупица истины. Так. Эти несчастные, похоже, столкнулись с явлениями пока необъяснимыми. Ну, зловещие силуэты в лесу, призраки прошлого, девочка, попавшая в беду. Или она и есть беда? Беда. Я знал. На чем мы остановились? Она и есть. Беда. Анжели не удается посплетничать с Тайлор. Она не говорит о Лич. А что же Джон? Прирожденный руководитель? Ни хрена не понимаю. Возможно, он лишь кажется таковым. А еще Эндрю. Думаю, он мужик, спит у тебя с толку. То ли стул скрипел, но он ударился головой. То ли ты скрипнул. Будьте спокойны. Некоторые ваши решения в будущем принесут плоды. Фу, как не стыдно, ужас. А некоторые окажутся прискорбны. Мужчина в баре. Проку от него было мало, как по мне, слишком невоспитан. Что-то явно беспокоит его. Конечно, его прошлое беспокоит, мать, видимо. В Литл Хоуп творится что-то неладное. Надо разобраться. Люди в беде. Да? Идите же, развейте это. Подожди, это он того... Отыщите водителя автобуса. А зачем нам водитель автобуса, подожди? Эта девочка так странно говорила. Ой, да, не могу спать охота. Судя по говору, сейчас, я думаю, игра разбудит. Напрашивается предположение, а ты напиши в комментах, ты также поздно ночью смотришь. Так, найдите чего там, да, держаться рядом. Теперь мы играем за кого? Старушенцию? Ну да. Пожилую особу. Студентку. Так, а если уйду от них? Вот чисто так. По приколу. Ага. Уйти я от них не могу. Сейчас убежим в лес, встретим эту девочку. Но, скорее всего, меня туда не пустят. Да. О! Вот это поворот. Так. Ну и чё? Пью. Вот это водитель автобуса. Найденные открытки можно снова посмотреть на экране коллекции персонажа. Жертвоприношение. Водитель автобуса, видимо, застрелили. Так мы труп, что ли, ищем? Это где? Ну ты, чувак, быстро. Это медведь, что ли, где-то ходит? Управление с этой камеры, конечно, не очень такое понятное. Подожди, а я могу вернуться? Оно должно было меня напугать, но я просто не увидел. Я отвернулся. Косяк. Ну, конечно, мы пойдем туда.
Может, оттуда обзор получше? Конечно, туда как раз дичь какая-то убежала непонятная. Видимо, зубастая, клыкастая. О! Ghost Towns of the... Да-да, я не силен в произношении английского. Призраки города... Northeast. Это что, север, что ли? Little Hope, the town returning to nature. Little Hope, город возвращается в природу. А, ёп. Города, призраки северо-восток. Северо-восток, north, север, east, восток. Little Hope, город, в который вернулась природа. В воображении широких масс при упоминании о городе призраки сразу всплывает образ заброшенной хижины, мимо которой катится перекати поле. Однако города-призраки встречаются и на процветающем северо-западе США. В глубине лесов, забытые и отданные во власть природы, причины появления таких городов различаются, но в конечном счете все сводится к экономике. Город мог разрастись благодаря лесозаготовке, горному промыслу или иной промышленности, затем исчезли. Так, а если перевернуть? О, заброшенный город на окружающего леса. Пещеры в ущелье Хоба отлично подходят для ледолазания, но его замерзшие водопады таят большую опасность. Рекомендуем к просмотру творцы. Далее неразборчиво. Ну это что-то, какой-то рассказ. Ок. Что у нас еще тут есть? Ну, вроде больше ничего не сверкает, к сожалению. Давай, пошли к остальным. Слушай, а он-то и не идет. Почему-то. А, смотри, там что-то еще есть. Вон ту фигню мы прочитали, а тут что? Держишься? Не знаю. Как думаешь, что с нами произошло? Так. Ничего хорошего, чувак. Думаю, мы в опасности. Это место чудовищно странное. Да, согласен. Оно страшное, оно не странное. Что он скрывает? Мы сумеем отсюда выбраться. О, у них отношения. Надеюсь. Спасибо за разговор. Сейчас скример будет. Вот так вот. А кто это к нам вылез? Подожди, тут будет зомбятина? Это пародия на Резидента Эвила. Ты чё сюда пришёл? Тут утопленник какой-то бегает. Интересно. Так, что-то мы увидели. Да? Да. Наверное, объявление про Вичу Федмонт. Историческое общество представляет ведьма Эдмонта. Пьеса Уильяма Роули Томаса исполняется в исторических нарядах в средней школе Литл Хоуп. Ну, пойдем, видимо, мы, наверное, на это все глянем. Может, безумство. Это связано с тем, что мы видели? Да, конечно. Вариант. Ну, это вариант. Они там пьесу, а вы, короче, видимо, надышались чего-то тоже. Да иди ты вперед, что ты оборачиваешься-то? Интересно, они все выживут? Что думаешь? Напиши в комментариях.
сколько героев. Вот сейчас у меня 5 героичков, да? 5 героев. Сколько доживет до конца игры? Это у нас маленькая девочка, кстати. Вот она там где-то. Вот она откуда-то отсюда смотрела, а я дальше пройти не могу. Но тут, наверное, что-то должно сверкать. Мне так кажется. Так, давай-ка идти, короче, змейкой надо все осматривать. Трактор. Тоже ни хрена. Слушай, ну прикольно, ландшафт неоднообразный. Они постарались карту порисовать. Свет. Слушай, вот... Там что-то впереди! Там что-то впереди! А куда? Идем уже. Согласен. Подожди, они на автобусе не проезжали ли через этот... Смотрите! Мост. Стой. Это Стойте. Девочка. Стоп! Просто к сведению. В ужастиках именно так все и происходит. Это маленькая... Что нам теперь делать? Шкодница. Что-что? Бежать за ней. Я разберусь. Ждите здесь. Ты что, один пойдешь? Я хотел направо, на самом деле. Там дорожка маленькая есть, тропиночка. Да. Стойте, иди, я иди пойду с ним. Ну, а остальные что? Оп. Все, минус двое. Эй, вы двое. Это нехорошо. Да это пипец какой-то. Ну, пойдем побеседуем. Так, побежали догонять эту гадину. Она куда-то нас приведет, я так понимаю. Блин, эй! Я ж прошу бежать, там а вы идете. Эй! Кто-нибудь! Это... Да ёбаный блин. Эй! Что за... Джон! Кто вы? Что вам угодно? Что за хрень ты с нами сделала? Черт. Успокойтесь. По-моему, я зря на нее наорал. Чужакам в Литл Хоуп не рады. Нет, подождите. Не подходи. Опа. Тоже в каком-то странном прикиде. Что за черт? Кто ты? Перемешались времена, что ли? Язык черен в обиняках. Я не поддамся на чары ведьмы. Боже, молю тебя, избави меня от видений. Кто вы? Этого не может быть. Не смей глядеть на меня. Ты мне не супружник. Так, а девчушка где? Пойдем в город. До него недалеко. И там мы скорее найдем. А, 7 локтей по карте. Вы в порядке? В смысле, двойника? Я в ужасе и сбита с толку. Я видела в тумане своего двойника. Что там случилось? Из тумана появилась женщина, одетая как жительница Салема. Она что-то бормотала на непонятном диалекте. И что самое жуткое... Она выглядела точь-в-точь, как я.
Ну, в молодости. Возможно? Вы делаете из мухи слона, Анджела. С меня хватит. Похоже, туман не даст нам направиться никуда, кроме центра города. Туман решает, куда нам можно идти. Хрен там. Поищу другой путь. Туман, туман, седая пелена. Вы что, ужастики не смотрели? Чья песня? Никогда нельзя разделять. Пиши в комментах. Фигня. А я пойду туда и без вас. Может, разделяться все-таки не стоит, Тейлор? Туда я точно не пойду. Дальше ты пелся. Я ж Джона. Что-то там идут бои без нас, но за нами нет вины. Блин, я забыл, кого как зовут. Я с Эндрю. Город недалеко, так что пойдем все вместе. Тихо, бабуля, тебя не спрашивают. Все, тайм-аут. Давайте 45 уже бабулю записали. Подумаем, как лучше поступить. Ну, она реально старовата. Если разделимся, охватим больше. Я с Тейлор. Одной тут оставаться небезопасно. У двух групп больше шансов найти выход. А мы ведь все этого хотим, так? Что ж, вы правы. У вас связи нет. Если выберетесь из тумана и найдете помощь, пришлите их в город за нами. Ну, скажем так, идти туда глупо вдвоем. Чувствую, нам повезет больше, чем остальным. Главное, чтобы да, эти двое, наверное, в минус пойдут. Мне кажется, у меня трое персонажей осталось. Так, еще и сюжетная ветка разделяется. Получается, мы сейчас за этих будем проходить, потом за тех. Стойте. Слышите? Черт! Блин, а что делать-то? Они вот так за... А чё они обосрались-то, я не понимаю. Ну я, видимо, успел что-то нажать. Как у нас дела? Норм. Норм. Что произошло-то? Должен быть более легкий путь, ведущий на дорогу. Пойдемте. Они обосрались от чувака с велосипедом. Нормально и нет. Можете объяснить увиденное? Не уверен, что смогу. Я вот ничего не увидел. Но я знаю, что в Литл Хоуп были суды над ведьмами в то же время, что и в Салеме. Что там было? Вы можете и сами догадаться. Что, сжигали всех? Нахрен. Так, стоп. Ну что? Ты встревожена. Все окей? Да, ничего. Я в порядке, просто что-то не так. О, сложно уложить в голове все, что мы пережили сегодня. Все справляются по-разному. Джону, к примеру, хочется быть нашим лидером, альфа-самцом. А Дэниел Стейлор испытывает другие потребности, несколько более животного характера. Ты о том, о чем я думаю? Пора взрослеть, Эндрю. Рядом с Тейлор ты бы вел себя точно так же. У нас есть проблемы поважнее. Ну, вот тут он прав, чувак. О, да. И я не уверена, что мы их решаем. Надо догнать Джона. Оу. Вспомнили. Так, тут ничего такого сверкающего нету. А то, может, что-нибудь надо подобрать, посмотреть. И надо что-нибудь испугать. Так, вы с этим надо еще потрындеть. Такое чувство, что Анжела постоянно меня оценивает и осуждает. Я чувствую ответственность за всех вас. Вы мои подопечные. Как бы вы поступили на моем месте? Наверное... Сохранял бы оптимизм. Надо подбодрить мужика. Ну, он реально там пытается что-то сделать, что-то защитить. Я не уверен, что моих возможностей хватит, чтобы справиться со всем этим. Да не ссы, чувак, компот. То, что мы видели,
Это все наркота. Думаете, оно сверхъестественное? Да, нельзя, но это не точно. Что именно мы видели. Я так думаю. Да, может, вы и не видели ничего. Даже если мы не можем объяснить произошедшее, не нужно сразу бросаться в крайности. Во время судов над ведьмами в Литл Хоуп было так же. Люди делали поспешные выводы, не имея особых доказательств. Да, понимаю. Я в любом ничего случае, не понимаю. Мы тут не за тем, чтобы подтвердить или опровергнуть существование призраков или чего бы там ни было. Ghostbusters. Нам нужно выбраться отсюда. Не нравится мне. Воды забыл налить. Беспокоиться не о чем. К сожалению. Опа. Очки. Слушай, а что это за хижина такая? А там велосипедист, по ходу дела. Ну, наверное, шина меняет. Стойте! Ты? Трус! Так, подожди. Я помню. Тут надо нажимать в такт. Блин! Ёп! Я, блин, облажался сразу вообще. Так я не понимаю, как нажимать-то? Я нажимаю, но не нажимается. Блин, бабу бросили. Отлично. Там, придурки. Ловко вы это. Кажется, я что-то растянул, когда упала. Это из-за меня. Мне очень жаль. Если вы хотели побыть вдвоем, могли бы просто сказать, а не убегать так внезапно. Шутишь? Одна минута без тебя для нас подобна пытке. Он прав. Мы чуть не умерли при мысли о том, что существо из хижины съело вас. Что-то я в этом сомневаюсь. Жуткое создание. Первый по тапкам дал. Обыкновенным котом. Пойдемте дальше. Пойдем. Блин, я в хижину не попал. Я нажимал. А, стоп, мы в хижину пришли, да, в итоге? Это место наш шанс. Здесь должно быть радио или работающий телефон. Ага, может, город, и водитель. Призрак, тут нету никого. Поищите, чем можно разбить стекло. Полицейского участка. Красавчик. Так, я, кажется, что-то нашел уже. Почему-то... Так, что тут? Ну, давай, показывай. Опа. Это мы нашли картину, подожди. Нам говорили про картины. То, что будет, или то, что можно предотвратить. Надо следить будет за вот этой пожилой студенткой. Так, туда ты не можешь войти. Давай пойдем поищем камень. Ну, он, я так понимаю, подсвечен должен. А, вот он. Да? Да. Ну, бери. Дайте-ка, я разобью окно. Без проблем. Я справлюсь. Ну, ладно. Раз так. Любой справится. Не любой. Попасть камнем в окно с 10 шагов? Никто не промахнется. Если боитесь промазать, уступите место. У меня нет страха. Увидим. Можете помолчать. Ну, долго вас еще ждать? Тут скорее рама сгниет, и стекло само вывалится, прежде чем вы наконец что-то сделаете.
Вот она вообще в точку. Страйк! Мы из вас еще вырастим спортсмена. А, он же дротист, ё-моё. Думаете, это бросок новичка? Он же дротист со стажем. Вроде у него там дротистские всякие кубки дома, наверное, стоят. Ну вот он и хотел камень кинуть. Дальше ты. Так, а ты-то полезешь, дурилка? Так, нам надо дойти, наверное, вон до того вот светящегося огонечка. Что она, я так понимаю. Как Анжела? Уж не знаю, что там видел Джон, но не собираюсь торчать тут и выяснять. Ну, она какая-то резкая. Так, тут где-то, наверное, еще одна картина будет лежать. Опа, девчушка. Ты нас уже не пугаешь. Мы к тебе уже привыкли. Что это за звук? Ерунда, уверен. А, это они, смотри, к школе пришли. И почему школу закрыли? Нет, не вариант. Даже если ты перелезешь, у меня никак не выйдет. Я не фанат школ. Все, пойдем. Вроде тут нет прохода. Кажется, я облажалась. И правда. Мы сами решили сюда пойти. Найдем другой путь. Да, в этой ситуации не стоило на нее гнать, скажем так. Так, а тут у нас что? О, тут много чего, смотри. Так, карта. Держитесь вместе, следуйте за девочкой. План Little Hope. Да и хотел бы я на него поближе посмотреть, но не стану. Так. Мост Little Hope. Так, мы идем на какую-то игровую площадку. А, игровая площадка туда. Туда, туда игровая площадка. Вот она, сейчас мы посмотрим. Наверное, туда и девочка побежала. Так, а ничего тут нету? Что тут посмотреть-то можно? Вот, есть. Я знал. Это, наверное, картина, наверное, да? Нет? Нет. Ну, это картинка. Сюда. Толком не поглядеть. Ладно, жалко. Детский рисунок. Окей. Дальше что? Ну, я так понимаю, нам туда. А вот этот фонарик мы видели, да? Нет? О! Вон там! Эй! Подожди, а это современная девочка. Кто ты? Ты что тут делаешь? У меня очень хреновое предчувствие. Да все нормально, успокойся. Ведь эту же девочку видели Анжела с Эндрю. Без понятия. Эту, но не эту. Эй, нельзя так делать. Оп. Ёб твою. Что за чертовщина? Скажите, что мне показалось. Замолкните, я ему не дамся. О чем ты говоришь? Вкиньте, не то он найдет меня. О! Ого. Выходи, Мэри. Мне ведомо, что ты здесь. Прошу, не надо, пусти. Отпущу, когда уверю, что ты не выдашь нашу тайну. Какую такую тайну? Утомили меня.
ты уважишь меня и ничего не скажешь. Нет! Отпусти так. ее сейчас же! Басков! В молодости. Что сие за чары? Меня объял холод. Я тут ни при чем. Эми умеет творить заклятия. Она ведь якшается с дьяволом. Я видела ее в лесу и подле фамильяров. Я невинна. Я вызнаю правду так или иначе. Иди за мной, девочка. Благодарю тебя. Умолкни, дитя. Нифига у них приход такой пошел. Ну и что это было? Это были галюны. Эти две девочки как-то связаны. Это не может быть совпадением. Я не пойму. Как там в красной плесени? Мы их хавали сидя, мы их хавали лежа и на голове. Согласен. Твоей мы их хавали тоже. Грибы, как это мило. Прет. Без перерыва. Наркоманская игра какая-то. Ну, пока типа даже не страшно. Так, стоп. Это надо посмотреть. Что это? Оп. Переворачиваем. Ага. Короче, старушка у нас, по ходу дела, уйдет первой. Рада, что ты здесь. Мы отсюда выберемся. Точно. Интересно, а в игре можно всех героев потерять? Ну, типа, 5 жизней. А это что за будка собачья? А, это дом. Так, и надо может, как-то к нему есть. Спуститься. Может, нам помогут. Пойдем может туда. Быть, а может быть и нет. Я помогу. А может быть и не стоит. Блин. Черт. Я не понимаю, как нажимать. То ли я рано нажимаю. То ли наоборот поздно, вряд то ли вообще не срабатывает. Дороги нет. Куда-то она ведет. Не уверена эту. Тропу еле видно. Так. Вот. Да. Похоже, это был какой-то. Что-то магаз. Вижу. Это был какой-то магаз. Ну, убирай ты доску. Доску убирай, говорю, подожди. А, надо вот так вот потрясти мышкой. Иди сюда, посмотри. А, надежда для Little Hope. Карверы хотят закрыть фабрику, продать землю. Приведет к уничтожить сообщество. Профсоюз вынес предложение по спасению. Так, подпишите петицию, тролливали. Мы это что-то где-то уже слышали, по-моему. Так, окей. Так, там еще что-то есть, смотри. Ну, бери. Вот куда там? А, вверх-вниз теперь. Остановим закрытие фабрики. Ну и чё? Тут был какой-то пикет. Это, наверное, они к фабрике пришли, получается. Так, а это что? И это ну что? Подсади. Схвачу лестницу. Нажимать что ли надо что-то? Нет? Серьезно? Полезешь туда? Ну, есть другие предложения? Да. Не лезть в старые темные здания после того, что было этой ночью.
Да ладно тебе, сто раз так делал. Да, блядь. Я скоро. Нас мандерилась. Ты че ее одну ставишь? Не, ну там первая отъедет, по ходу дела, пожилая. Дай телефон. Зачем? Фонарь. Посвети. Там темно. Давай быстро. Бросай. Сейчас расхерачат. Эй! Твою мать. О, ну извини. Я случайно. Блин. Все не работает. Ты только из коробки. Я куплю тебе другой, новый. Когда выберемся. Это без вариантов. Почему? Я же нажал-то, ёп. Я не понимаю, что там нажимать надо. Внутри! Там безопасно? Да. Вроде бы. Ну, это не точно. Откройте дверь, Тейлор. Ну, пошли. Хрен ли. Телефон просрали. Ёп. Фонарик, смотри. И не один. А, это ж магаз. Сейчас попробую. Сосредоточился. Пока не сложно. Сука, кнопку поменяли. Дры. И мы идем, естественно, посмотреть, что там. Ау. Ау. Кто здесь? Ну это бабище твоя. Как ты сюда попала? Сбоку обошла, через забор. То есть я зря полез в этот дом с призраками? Дыра в заборе небольшая. Ты бы точно не пролез. Как оно там? Крысы. Я тут не один, а с пушистыми друзьями. Не бойся, на вид они сыты. Иди ко входу. Я тебя встречу. Конечно. Ну иди ты, чё ты встал-то? Пошли. Блин, как тут... Вот, какая тут неудобная камера, кто бы знал. Сейчас, уже иду. А это не она. Сейчас мы выйдем из этого лабиринта. Да, да хватит это... уже! Иду это я! Это не она! Чё ты? А, туда нельзя, туда нельзя, туда нельзя. Вот туда можно. Так, это не открыть. Я... Да, туда иди. Сейчас там будет какой-то скример стопудово. А я почему-то даже не удивился. Анжела? Как это? Это не Анжела, дурень. Черный ход закрыт. Тебе тревожно? Скажи, что творится? Скоро за мной придут. А, она похожа на эту... Кто придет? Пожилую студентку. Обо мне судачат. Сочиняют наветы. Какие там могут быть наветы? Сказывают, будто я в союзе с дьяволом, будто повинна в колдовстве. Но то бессмыслица. Кто скажет такое? Я... Да откуда ж мне знать? Они все похожи, ё-моё. Давай противостоим. Не подходи. Ладно. Но объясните мне, как я сюда попал? И где я вообще нахожусь? Придержи язык. Тебе ведомы слухи о моей жене Эмми? Ну-ка. Какие слухи? Отвори дверь, Джозеф. Немедля.
Хватит юродства. Поведай, что тебе известно. Я недавно встретил девочку. Поведай о ней. Она была со святым отцом. Отцом Карвером? Что ныне стучит в мою дверь? Мэри. Да уж не Мэри. Мэри? Мэри видала меня в лесу на Медне. Я делала, что обычно, не более. Тут что-то иное. Мэри не любит моих упреков. Могла наговорить на меня. Она дрянная. Сие слухи распускает Мэри? Она дитя непутевая, но такое немыслимо. Джоза, ты препятствуешь исполнению закона. Если не отворишь, быть беде. Как нам быть? Я все исправлю. Даю слово. Не пускай. Как ты исправишь? Преподобный маршал. У меня есть законные предписания на арест Эмми. Моя жена ни в чем не повинна. Видели, как она толковала на иных языках? Кто ее обвиняет? Мэри. Слово «дитяти» вершит судьбу моей жены. Ты отдашь себя в руки маршала для твоего же блага. Я отправлюсь с вами. Я не могу ее покинуть. Сим действием ты жене не поспособствуешь. Доверься правосудию. Отрицай. Да у вас зашибись, конечно, я правосудие. Я смею все исправить. Ничего ты не исправишь по ходу дела. Фига они такие приходы ловят. Наркоманы. Ну и где ты был? Дверь что, не закрыта, что ли, была? На тебе лица нет. Ты еще что-то увидел? Нет, я что-то нашел. Нет, не так. Они вроде видели меня. Сложно сказать. Они были очень напуганы. И еще что-то видел? Там опять был священник. С игровой площадки. Не знаю, смысла не уловил. Ты шутишь? Нет. Он был так напуган. Он верил, что в Little Hope был дьявол. Охренеть. И во что мы тут ввязались? В аварию, мы как облажались. Минимум. Вместо облажались. Того, чтобы выбраться из сраного города, снова оказались в его центре. Опачки. Это что за херня была? Что скажете? Давай осмотримся, мало ли что найдем. Поищем что-нибудь. Отлично. А что вот это вот? Мы уж вернем. А, смотри-ка. Открытки. Это я три открыточки нашел. Качаться, что ли, можно или что? Нет. Секрет. Ты моральные принципы. Я не знаю, что они дают. Так, забавно, интересно. Ладно. Пока остальные еще разгуливают по лесам. Даже по здешним. Первая на вылет пришла. Что-то не так? Да, это место почему-то мне кажется знакомым. У тебя есть криминальное прошлое, о котором мы не знаем? Ходил на красный свет? Эти захолустные участки все одинаковые. Ну-ка, давай-ка осмотримся, что тут. Тут где-то должен быть телефон. Поищите работающий телефон. Телефона работающего тут вот стопудово не будет. Так, тут у нас что? Ну давай, открывай что-то. А, подожди, тут надо мышку потрясти.
Так. Поля-маль. Так, сюда, если подойти, ничего будет. Тут ничего нету. Ничего нету. Так, пошли отсюда из этой комнаты, пойдем в другую. Иди в другую комнату. Как можно вот... Как мне выйти теперь отсюда? У них очень неудобные камеры. Тут есть что-нибудь? Ух, ни хрена себе тут, блин. А вон, смотри. Old Witch. Старая ведьма. А, тюрьма, старая ведьма. Во время судов над ведьмами в Little Hope много. Многие из обвиненных были заключены здесь. Так, тут у них еще очередной приход, видимо, будет. Так, там мы были. А, подожди, вот там мы не были. Картина. Ищите. А, это не картина. Смотри-ка. Ну, давай. А, почетная грамота, полиция Little Hope. Так, окей. Ну, иди ты. Нет, не вмещается. А это что такое? Оу, рация. Вот говно. Только она не работает. Думал, что это выход. Так, рацию осмотрели. Что еще тут есть? Так, выходи. Выходи, братан. Подожди, а тут сюда пройти можно? Сюда пройти, все. Так, мне надо в общий зал теперь как-то попасть. Вот сюда надо идти. Так, это мы читали. Туда пойдешь? Ну, двери, наверное, закрыты будут, как всегда. Да? Да. Да. Заперто. Подожди, а, это про ведьму. Телефон! Я нашел телефон. Ну-ка, он будет работать? У нас победитель. Вот телефон. Вот телефон. Только не работает он. Нет, чувак, это не выход. Все. Черт! Ого! Эй! Полегче! Может, хватит реагировать на неудачи, как ребенок? Вот тут. Смотрите, провода нет. А, тут где-то должен быть кабель. Ладненько, народ. Вторая серия подходит к концу. Чувак, что ты так таращишься-то, а? Слышь? Я слышу, как тут ходит. В общем, пиши в комментариях все, что ты думаешь по этому поводу. Может, я что-то пропустил в своих исследованиях, скажем так. Так напиши тайм-код, напиши, там было вот там, например, что-то ты не заметил. Не надо спойлерить, если ты видел какое-то из прохождений. Я так понимаю, что тут все нелинейно, и от каждого выбора зависит конечная концовка. Что это?
Твою мать. Что, телефон без провода зазвонил? Как думаете, ответить? Дайте я. Осторожно. Давайте ответим и попрощаемся. Вот это было зачетно просто. Отсюда... Что-то слышно? Женщина. Из трубки должен показаться язык, как кошмарий на улице вязов. Истерикой мы ничего не добьемся. Окей. Прошу, успокойтесь. Я могу помочь. Но перед этим мне нужно узнать, где вы. Надавите. Узнайте, что за херня тут творится. Пытаюсь. Так, скажите, где вы есть? Еще. Вы где-то здесь, в городе? Вдруг передо мной возникли мужчина и женщина. Я не приметила, как они подошли, и испугалась. Я их не знаю. Их одеяния и говор были мне незнакомы. Так, у нее тоже приход. Я не уразумела. Я не ведаю, откуда сей мужчина и чего ему надобно. Я не могла уразуметь, о чем он толкует. Поверьте мне, молю. Это люди из прошлого. Отпусти! Да ты, старуха, ты уже задолбала, уже, слышь. Так. Смотри, нам дальше историю показывают. Попрощались, блин. Угу. Подойди. И услышь меня. Ежели поведаешь о нашей тайне, вечные муки ожидают твою душу. Ты ведь разумеешь, не так ли? Злые слова не покинут мои уста. Или хоть слово, хоть полслова молвишь. Об иных делах я приду к тебе во мраке самой темной ночи и навлеку ужасное возмездие. Преподобный, пора начинать. Минуло много времени. Ступай, крадный. Он этот, как его... Преподобный. Я призываю суд и доброго судью не поддаваться на уверение обвиняемой. Дьявол – отец лукавства. Все его слуги рядятся в невинность. А это еще что такое иного было? Иного им не дано. Смиренно клянусь перед Богом. Не совершала деяний, в коих меня обвиняют. Замолкни, Эми. Ну и что нам делать? Надо сидеть тихо. Просто посмотрим. Узнаем, что будет. Помилуй, преподобный Карвер. Но я не верю, что соседи мои, кто знает меня, скажут супротив меня. Им все ведомо. Ведома моя добродетель. Я не попадусь в паутину твоей лжи. Дьявол укрывается там, где его ждут менее моя всего. Моя жена не игрушка дьявола, преподобный. Молю суд простить, но... Он на него похож. От слов не откажусь. Моя супруга невинна. Я призываю досточтимый суд оставить без внимания речи мужа, чей дом сплошь пропитался серным зловонием. Как они в свое время все вот... Подойти сюда, наверное. Я чувствую хлад внутриной. Что за происки демонов? Зверь обратил на нас злонамеренный взор. Между нас его слуга. Что за... Не вмешивайтесь. Сие мнимое свидетельство супротив меня — лишь злостный договор. Ежели снизошла на нас тьма, правлю свет Господ. Нет! Мэри? Мэри, сестра, что с тобой? Была что такая фигня. Что сотворила ты с чадом? Они... Ты вовлекла невинное дитя в сговор с дьяволом! Бедняжка словно одержима. Что когда видим, сжигали. Это ложь, преподобный. По что ты так не взлюбил меня? Была такая фигня. Мы узрим всю они правду. Они прикидывались. Эми, коснись Мэри. Поглядим, что будет. Ежели я прав, твоя длань исцелит ее от напасти. Что с тобой? И докажет суду, что ты ее околдовала.
Оставьте ее! Чьи слова? Кто здесь? Боже, храни нас. Помоги мне. Он среди нас. Умоляю. Хозяин тебе не поможет. Все кончено. Так, это маршал пришел. Они среди нас. Они среди нас. Нет! Нужны ли еще доказательства тому, что дьявол поселился в Литл Хоуп? Молитесь же! Просто выбирали кого-то. Ибо дьявол ныне подле вас. Любовь Господа спасет нас. Клеветали. Вот так вот притворялись и человека сжигали. Что это была за херня? Это взаправду? Суды над ведьмами были сотни лет назад. В основном более 300 лет назад. Как мы тогда это увидели? Боюсь, я не способен это объяснить. У этой девочки был какой-то припадок. Как думаете, какой она притворялась просто тупо. Я знаю эту девочку. Это ее мы с Анжелой видели в лесу. Та женщина, мой двойник. Что будет, если ее признают виновной? В Литл Хоуп осужденных ведьм всегда ждала жестокая смерть. Утопление, повешение, сожжение. Будем надеяться, а у меня на картинке было, что ее утопят. Вот эту. Очень часто женщин обвиняли злонамеренно. Завистники или же гнусные лжецы, как эта девочка. Всякие подонки, которым лишь бы испортить жизнь своим соседям. Да ну. Она просто ребенок. Наверняка она даже не понимает, насколько все серьезно. Да все она прекрасно понимает. Так или иначе, подсудимая, Анжела 2.0, явно увидела нас. И не только она. Тут ты прав. Они точно нас видели. Девочка увидела, как мы появились из ниоткуда. Легко принять это за магию, особенно в то время. Можете оправдывать ее как пожелаете. Я ей нисколько не доверяю. Дайте ей передохнуть. Даже мы не можем. Она сожгла как в современном мире. 300 лет назад. Та дом. Женщина, мой двойник, была так подавлена, просто в отчаянии. Да. Смотреть было тяжело. Я еще кое-что заметил. Ее муж был похож на вас, профессор. Пара возле девчонки была очень похожа на Дэниела и Тейлор. Да что все это значит? Опачки, сейчас узнаем, что это значит. Вы там? Ладно, идемте. То эти двое вернулись. Тейлор, мы здесь. Не получается дверь открыть. У нас тоже. Похоже, заперто. Давайте все наляжем на ручку. И 3, 2, 1. Блин, нажимать надо. Тейлор. Профессор. Нашли что-то, что нам поможет? Не, абсолютно ни хрена. Только кучу хлама. Все еще думаете, что стоило разделиться? Думаю, я готова рассмотреть теперь и другие варианты. Рада, что вас это веселит. Лично я думаю, мы по уши в дерьме. Знаешь про своего двойника? Ее обвинили в колдовстве. Не только обвинили. Судили, признали виновной, приговорили к смерти. Надо узнать, что грозит этой женщине. Что произойдет с ней дальше. Идея неплохая, но как мы сможем это узнать? Туда мы уже ходили. Возможно, ответ скрыт в одном из неизведанных направлений. Execution сайт. Музей, церковь. Ну что ж. Что-то там историческое.
Это просто безумие. Мы понятия не имеем, во что влезаем. Ладно, господа, я не могу выждать момент, когда можно завершить это видео, для того, чтобы потом начать следующее. Остановимся здесь, на вот этом укуренном взгляде. Спасибо за просмотры, за лайки, за комментарии под этим видео. Ну, кто не видел первую серию, собственно, посмотрите, если интересно, конечно. Ну, а мы скоро с вами вновь увидимся в третьей серии прохождения Little Hope. Как всегда, дождусь полуночи, выключу свет, запущу игрушку и буду ее проходить. Но, честно говоря, вот эта серия меня не сильно так и испугала. Она больше заинтересовала. Тут было какое-то развитие прямо истории такой вот. И, наверное, на скримеры я просто тупо не обращал внимания. В общем, посмотрим, последим за развитием сюжета. Давайте, до скорого. Всем удачи. Пока-пока.